Я думаю, что вы слышали лекцию Андрея и мнение Андрея на этот счет. Он рассказывает такую очень здравую вещь о том, что когда человек лжет, он производит иллюзию. И эта иллюзия изменяет его реальность. То есть если он кому-то что-то сказал, другой человек будет думать, что в принципе это было. И человеку приходится в этом жить. То есть он создает сам себе ложную реальность. Кроме того, я думаю, все знают, что ни в одном там фильме, книге, ни в одной истории ложь не заканчивается хорошо. Да, в итоге сам тот, кто создает ложь, сам же и страдает от нее, потому что ему всегда приходится подыгрывать уже под то, что он рассказал, всегда приходится помнить, кому он что сказал. И таким образом он себе создает невероятный клубок, такой какой-то порочный круг.